Марк Савинок – юноша, который особенно нуждается в заботе, подарках и эмоциях. На Новый год он мечтает о новеньком планшете, и его желание точно сбудется. Мальчишка – один из 20 участников благотворительного проекта «Елка желаний», а эта елка который год исполняет мечты каждого ребенка. Принимаем в этом мероприятии уже не первый раз участие. Пишем пожелания Деду Морозу, и Дед Мороз нам всегда выполняет наши желания, нам очень приятно. Хорошие подарки всегда. Всегда довольны. Мы очень рады, что есть такие акции, которые могут помочь осуществить для детей такие мечты. Может, для него это очень большая мечта, а может, для кого-то это и мелочи. Но для нас вот такие встречи, вот такие мероприятия для наших онкологически больных детей, это очень много что значит, потому что... Эти дети перенесли в своей жизни очень много чего, и каждая положительная эмоция – это маленькая капелька здоровья, которая вливается в их организм. В роли Деда Мороза выступают Белорусский республиканский союз молодежи и пионерская организация совместно с общественными объединениями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Все вместе они стараются сделать все для того, чтобы подарить детям сказку, чтобы будни, которые они проживают, были ярче и веселее, чтобы ребята верили в Деда Мороза и в то, что желания имеют свойство исполняться. И хочется, чтобы таких детей, вот сколько у нас их есть, чтобы они все смогли в это, накануне Нового года загадать свое самое заветное желание. И самое главное, чтобы обязательно это желание сбылось. Потому что, кроме конфет, которые традиционно дарятся этим детям, у каждого ребенка есть своя мечта. Дети очень радуются, особенно в их ситуации, это очень важно. Эта радость помогает им отвлечься от всех их проблем, улучшает их состояние. Иногда даже радость – это эмоциональная помогает им развиться. Визитную карточку проекта, своеобразную елку желаний, маленькие гости праздника вместе украшают красными рукавичками с письмами-пожеланиями. Затем добрые волшебники, активисты двух крупнейших общественных объединений страны БРСМ и пионерской организации, а также представители неравнодушных структур исполняют желания детворы. У нас появилось очень много предприятий, руководителей и просто людей неравнодушных. Они уже звонили и говорили, что мы готовы подключиться. Если у нас получится, что у нас будет желающих больше, мы еще попросим и нам напишут письма. Я думаю, что мы постараемся охватить как много больше детей. В этот день юные представители объединения «Дети в беде» и ребята, проживающие в домах семейного типа, благодаря большому количеству положительных эмоций, стали чуточку счастливее и хотя бы на мгновение забыли о своих недугах.